В администрации Дзержинского района прошла торжественная церемония награждения ветеранов Великой Отечественной войны. Вручали награды представителям муниципалитета и территориальной администрации. Медаль 70-летия победы Великой Отечественной войны учреждена указом от 21 декабря 2013 года. В Ярославле их около 12 тысяч. Среди награжденных – труженики тыла, блокадники, бывшие узники концлагерей, а также непосредственно участники. Для гостей были подготовлены номера лучших творческих коллективов. За родину свою и в огненном аду он не дошел, упал. В городе Ярославле, как и во всей стране, завершается вручение памятных юбилейных медалей в соответствии с указом президента к 70-летию Победы. Скоро наступит светлый праздник 70-летия Победы, праздник со слезами на глазах. Сегодня вручение производится в Дзержинском районе. Порядка 70 человек сегодня получат награды.